В этом эпизоде Inscription. Давай-ка поместим этот файл в карту. Надеюсь, ты не выбрал слишком дорогой тебе файл. Ведь если эта карта погибнет, я удалю этот файл с твоего диска. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Inscription. У нас с вами на очереди новые земли. Погодите, здесь мы уже, да, победили одного бота, и поэтому он так вот сверкает. Главного бота. Босса-бота. Бота-босса. Погоди. Вот он, тот самый убер-бот. Эти бестолковые библиотекари боготворят его, пока он сидит здесь, в грязи и нечистотах. Готов к зачистке. Воу! Ты гляди-ка, а вот и босс. Распаковываю файл архивистика.zip. Применяю матрицы индивидуальности. Удаляю временные файлы. Окей, все готово. Воу! А, приветствую. Если ты еще не понял, из названия моего файла я архивистка. Я с нетерпением жду возможности исследовать твой жесткий диск. Видишь ли, я спец по файлам и их каталогам. Так много... Окей, вот она, стимуляция. Да, он все стимулируется. Тут у нас будут какие-то новые механики, которые надо сразу попытаться предвидеть. Надгробие защищает просто. Просто защищает. Но, возможно, он сейчас впендюрит что-то, что даст им возможность атаковать. Вот эти все три одинаковые. Ну-ка, смотрим. Ну, это, понятно, защищает от летуна. Мертвый байт. Когда карта с этим символом погибает, вы выбираете файл, и на всех кладется груз, соответствующий размеру этого файла. Груз, соответствующий размеру этого файла. Что это имеет в виду? Карта с этим символом не подвергается намеченной атаке другого существа. А, ее даже атаковать нельзя. Я думаю, стоит поставить сторожевого дрона, ну, допустим, вот сюда. Другого варианта-то особо нет. Гоу. Раз, тыщ. Отхватили. Бам, бам, бам. Ну, какой-то, как-то слабо. Так, мы можем поставить... У нас сколько? Две? Две, да. Берем, пожалуйста, пожалуйста. Рыба-бот. Давайте чара-бота фиганем. Посмотрите, что происходит, а? Что происходит? Какое говно. Сейчас он сразу убьет вот этот. Его надо сюда по-любому ставить. В принципе, это все. Бьем. О, я должна была спросить заранее. Ты должен открыть мне доступ к своему жесткому диску. Ты согласен дать мне доступ? Уверяю, я не причиню никакого вреда. Я не верю этому взгляду. Стоит ли доверять ей или нет? А, да. Понятно. Сейчас будут показаны твои реальные файлы. Надеюсь, никто посторонний не смотрит. А теперь предложи какой-нибудь образцовый файл. И не забудь учесть его размер, его масштаб, его величину. Диск С. Боже мой! Так, я так понимаю, мне нужно что-то очень тяжелое. Вот, допустим, 15 гигов. Твою мать! Ой, мне придется искать, реально лазить по всем этим папкам. Хорошо, назад. Погодите, до меня только что дошло. Это же мой браузер. Это мои файлы, моя файловая система. А чего? Реально! О, боже мой! Хорошо, какой-нибудь... Давайте посмотрим. Я палю свои файлы. Да что это такое? Правки War Thunder 2? Вы сейчас можете посмотреть на мои файлы. Некоторые из них. Вы даже можете видеть, что Before Your Eyes я играл в игру, но я так и не выпустил этот видос. Возможно, я его выпущу для тех, кто оформил спонсорство. Потому что, почему я делаю спонсорство? Потому что есть игры, которые... Вот точно не будут заходить на общую аудиторию, именно в большом количестве. Знаете, большой спрос у аудитории точно не будет. А из-за алгоритмов YouTube такие видео будут портить мне всю статистику. Поэтому видосы, которые там Арк, Кенши или еще какие-нибудь другие, у которых большой потенциал, который я тоже хочу донести аудитории, будут видеть меньше людей, даже если не подписаны на меня, понимаете? Из-за этого мне проще такие игры более ламповые, более... узконаправленные отправлять туда на эксклюзив какой-нибудь. В общем, не знаю, давайте искать что-нибудь. О, точно, может быть, вот здесь? Седьмой. Кенши! Итак, последний эпизод первого сезона Кенши. Он должен весить 22 гига? Нет, погоди, 17. У нас есть победитель. 45 гигов. Давайте его выберем. Бам! Ну и ну. Этот файл, он, не побоюсь этого слова, колоссальный. Браво! Прекрасная идея. Это потрясающе. Никогда еще такого в играх не было, чтобы ты свой файл кидал как оружие. Выбери еще один файл. Размер файла имеет значение. Фуф! Ладно. Раз такие дела, поперли дальше. Ну давайте из седьмого выпуска по FNAF. 29 гигов.
Опа, чудесно. Он гигантский. Пожалуйста, выбери файл. Опять? На этот раз он должен быть особенным. Выбери тот, что тебе очень дорог. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Ты же не будешь удалять мне. И чтобы он был давнишним. Ну не может, не, нет, он не станет удалять, я уверен в этом. Ведь не станет. Что если мы возьмем мой комикс Game Hunters, первый выпуск? И, ну не знаю. Удалим какую-нибудь страницу, например. Давайте удалим 11-ю страницу. Хотя почему удалить? Я не уверен, что мы удалим его. Давай-ка поместим этот файл в карту. Надеюсь, ты не выбрал слишком дорогой тебе файл. Ты сказал, чтобы он был очень дорог. Ведь если эта карта погибнет, я удалю этот файл с твоего диска. Не думай, что это блеф, я абсолютно серьезно. Посмотрим, как она будет выглядеть. О боже мой, он реально удалит? Я на всякий случай сделал бэкап этого файла. Вот он, 11-я страница. Итак, давайте поставим. Я не дам тебе играть, пока не возьмешь... А, извините, господи Иисусе. Итак, будильник бота, давайте его прям поставим. Ладно, если его просто не... Хочется его потерять на самом деле. В принципе, мы больше ничего не можем сделать, мы только можем поставить вот сюда. Окей, хорошо. Бьем. Бам. А, мы победили. Я уж думал, что ты не сдюжишь. Жаль. Походу, ты смог правильно выстроить свою колоду. И вообще, тебе повезло. Все? Ба! Моя карта жива, моя страница. Еще нужно двоих победить. Вот это я понервничал. 40. И еще два, я так понимаю, да? Нет, три дали. Неплохо. Надгробие. А, здесь мы можем прокачать карту. Прокачать карты? Ага. Давайте не получает урон, хорошо. Пусть будет так. До этого у нас, по-моему, то же самое было, да? Ладно, идем дальше. Стоп! Что? Я ничего не жал. Ты чё? Он сам меня выгнал. Хорошо, крутанем. В целом мы это уже делали с вами. Мы просто видим там дверь, которую мы не можем никак открыть. Я пока не понимаю, как решить эту головоломку. Я думаю, вы мне, ребят, просто скажете, надеюсь, в комментариях. Опять же, без спойлеров, просто там. Жилёк нужно сделать вот это. Все, ничего новенького здесь нет. Мы можем просто идти дальше. Стоп, здесь босс? Тот же самый босс? Нет, это другой уже босс какой-то будет. Скелета два. Блин, они по два бьют. Охренели, что ли, совсем? Эти сторожевые. Их можно вообще не париться на их счет. Ну вот. Что? А, вот здесь надо было, конечно же, чтобы у нас... Погодите. Он даст в ответ сдачу. Надо было, чтобы у нас здесь был дополнительная энергия. Мы бы взяли еще, его поставили, например. Ладно, придется потерпеть чуточку. Все, они сдохли. Окей. Что-то пролагало мне, или мне показалось? Что-то пролагало. Когда карта с этим символом погибает, вы получаете случайную карту. Ну-ка. Мы можем сделать так? Хоп. Ладно. И это, когда карта погибает, выбранное владельцем существо получает символ детонатора. Так, нужна энергия. Кто там против нас? И нас три энергии. Значит, дрон и скелет. Надо скелета грохать. Надо защиту против скелета. Хорошо, у нас три ячейки всего, блин. Давайте поставим вот сюда. И пустой резервуар. Он ничего не сделает на самом-то деле. Ладно, тогда потерпим. Кто-то погибает. Погибает пусть вот он. Что я? Я не погибает. Это не погибание. Черт подери, это не погибание. Теперь если я его убью, он убьет... Ладно, твою мать. Как же так? Евгений тупанул. Ходи мной, ходи мной! Ах, придется чароботом пожертвовать. Ах, говно. Смерть. Ну, эту карту ты больше не увидишь. Черт возьми. А! Почему? Почему? Какого дьявола? Дьявола какого? Так, у нас есть один. Давайте возьмем что-нибудь отсюда. Снайпербот. Или вот тебя взять, который будет превращаться в животное.
Сейчас он огребать будет, наверное, конечно же. Здесь у нас будет вот защита, а здесь будет стоять снайпер-бот. Так, снайпер-бот бьет. Бэнкс! Еще один дрон. Да что ж такое? Какой-то тяжелый босс, блин. Так, давайте возьмем еще. Этот огребет. Да и этот скоро. Значит, давайте в обе стороны. Все. Бьем. Значит, сюда. Раз, два. Все, неплохо, неплохо, неплохо. Блин, он одними дронами начинает атаковать меня. Надо взять еще одну карту. Поставим тебя вот сюда. Ничего страшного. Немножко больно. Но в целом неплохо. Так, атака сюда. Раз, два. Вот! Идем на перевес. Хорош! Че у нас есть? Бронебот. Может грохнуть молоточком вот по этой карте? Он произойдет что-нибудь? Шахтера получили. Слушайте, реально работает. Нам нужно просто сразу атаковать, я думаю. Давайте поставим Соню. Оп. Понеслась. Значит... Ну, бьем вот сюда. Раз, два. Есть! Наконец-то! Вот если мы пойдем сюда... Деньги. Вот! Робобаксов 16, 18... Это что значит? Я забыл. Робобаксов. Новую карту получим? Или... Я не помню, что это значит. А, мы прокачиваем. Выбери одну. Окей, как кого же выбрать? Я бы вот его прокачал. Что тут у нас? Мы можем, чтобы он шел в сторону. Не совсем то, что я хотел. О, урон не будет засчитываться. Или карта погибает, выбранное владение существа получает символ детонатора. Нет, погодите. Давайте вот это. Есть. Теперь... Мы можем повторить это еще разок. Мы можем получить доп. Энергию. Или зверье какое-нибудь. Давайте новую карту посмотрим. Амибот, будильник-бот и бомба-бот. Бомба-бот пригодится. Что-то не совсем то, что я хотел. Хорошо, давайте зверье какое-нибудь. Оп. Ты знаешь, что делать. Я знаю, что делать. Так, продолжим его прокачивать. Или давайте бронеботу что-нибудь дадим. Что тут у нас? Волк, который даст 3. Птица, которая даст 2 сразу по нашему врагу. Или вот эта штука. Знаете, нас особо не атаковали чем-то супер сильным. Давайте птичий урон. Птичий урон, призовись! Есть. Сомневаюсь, что так надо. Энергию можем купить дополнительно, да, я так понимаю? Все. Прям ровненько. А, это не энергия, я забыл, что это. Вот этих у нас 2 одинаковых. Давайте его. Бам! И что это значит? Карта с этим символом становится сильнее. Но если карта с этим символом погибнет, то исчезнет из вашей колоды навсегда. Понятно, она стала сильнее. То же самое произошло и с нашим чуваком, который любит стимуляцию. Я понял. Вот почему мы его потеряли. Хорошо. Кажется, на этом мы все. Мост достроен! Счастливого пути! Ну вот, конечно же. Босс! Кто против нас? Кто? Будильник. Он нас на 3 ударит сразу. Сдается мне, лучший способ это вот так сделать, чтобы он сразу получил урон и сдох. Пока на этом все. Хоп! Почему не погибель? Когда карта с этим символом получает урон, обидчик возвращается 1 единица урона. Почему не погиб? Я ничего не понял. Ладно. Хорошая рыбка. Тебя давай поставим, что ли? Давай вот сюда. Есть. Вот, видели, как классно сработано? Этот чувак сейчас будет бить сюда и сюда. А, карту взять. Мой год. Сколько он нам даст? 2 урона, сразу убьет. Давайте лучше вот его сюда поставим. И нам еще на следующем ходу мы можем поставить его. Вот он задаст жару. Раз-раз. Птиц! Будильник-бот. Нет, не будильник-бот, он потом усилит кого-нибудь. Лучше вот его поставлю, сейчас мы убьем сразу. Рыбка. Это пока все. Раз. Все. Победа.
Опа, что-то новенькое. Ты уничтожишь одну из своих карт. Не глупи, это еще лучше, чем получить новую. Так твоя колода станет более сбалансированной. А еще я подарю тебе робобаксы. Какую из них ты ненавидишь? Сюрприз-бот, ами-бот, не знаю. Я всех люблю на самом-то деле. У нас бомба уже есть, давайте вот этого убьем. Хорошо. И получим... 4 бакса? Спасибо, конечно, но я могу... Мог отказаться от этого? Видимо, не мог. Хорошо, наверх либо вниз. Я думаю, нам и туда нужно будет пойти. Так, еще 2. Смотрите. Сейчас буду прокачивать. Ты знаешь, что делать. Давай тебя прокачаем. Так. Давайте ослабить противника. Вот это что такое? Что-то тоже новое. Погодите, загрузка. Какого хрена? 6 июня 2006 года. Нашел старую фотку. Мы с Эл только начали рубиться акваримлян. Гладиатор Судак. Класс. Эл достался Язь Юлий Цезарь. Язь Юлий Цезарь? А, ну все, получается, это записка. И что-то мы с этим должны были сделать? Идем вниз. Окей. Итак, новые карты. 1, 2, 3. 3D-принтер. Что дает? Когда карта с этим символом получает урон, вам вручается карта из колоды пустых резервуаров. Ага. Или сторожевой дрон. Лучше всего. Мне не больше нравится. Ну что ж, босс! Я намереваюсь, на самом деле, пройти сегодня вот так, чтобы всех боссов убить. Если мне, конечно, игра позволит. Тут может быть много сюрпризов. Много сюрпризов, да. Чуть-чуть запинаюсь так постоянно. Итак, мы сейчас... Я бы грохнул, на самом деле, дрона в первую очередь. Вот сюда. Раз, смерть. Начинается. Начинает закидывать меня. Так, у нас есть один резервуар. Рыба-бот. Может, нам стоило поставить сюда и сюда? Надо было 2 резервуара взять и поставить их вот сюда. Хорошо, этот умрет. И больше я ничего не могу сделать. К сожалению. Сейчас получу 2 урона еще. Слушайте, меня сейчас, походу, вынесут. Давайте поставим сюда рыба-бота. Восполним. Ничего не поделать. Восполним, поставим сюда. У нас, по крайней мере, теперь есть какая-то защита. А, и приз-бота можно впендюрить. А, нет, пока не будем. Раз. Есть. Прекрасненько. Что у нас там готовится? Понятно. Нужно будет вот это взять. Ами-бот. Очень хорошо, очень хорошо. Он даст защиту. Приз-бота. В целом, давайте придержим его пока. В то же время... Ладно, если что, мы просто его разобьем. Хорошо. Выправляем ситуацию, слава богу. Итак, будильник-бот. Давайте разобьем резервуар. Чем я... Надо было не резервуар бить, а вот эту штуку. Ладно, ничего страшного. Бьем. Хорош. Так, кому мы дадим суперсилу? Тебе. О май гад! У нас там стоит... Значит, бронебот. Давайте его сюда поставим на атаку. Черт, этот сейчас ударит прям тупо меня. Ничего, ничего. Раз, смерть. Есть, почти победа. Так. Гончая сейчас долбанет на 2. Либо Соню мы. Давайте Соню поставим сюда. Вот так сделаем. Давайте. Сюрприз-бот подох. Пчела. О, прикольно. Неожиданно. Неожиданно и приятно. Есть. Все. Победа. Он недоволен. Итак, у нас звездочка. Видите, мы какие батьки. Батька идет, сразу видно. Так, активирована новая контрольная точка. Предметы снова активны. Генераторы ботов отключены. Итак, пойдем наверх. Смотрите. Что? Что тебе нужно? Я всего лишь инспектор. И из-за тебя мне надо проинспектировать еще кучу файлов. Хочешь пройти через эти ворота? Попробуй проинспектировать спутниковую тарелку у основания башни Чародея. У основания башни Чародея. Окей, надо вниз идти. Боже мой, мы уже... Так, ой-ой-ой.
Да, точно, я забыл одну деталь. У тебя есть ноги, так и вот встань и найди ее. Она лежит в плавильне, где-то над котлом. Я не пущу тебя дальше по карте, пока не принесешь мне эту деталь. Слышите? Мы должны встать над котлом. Где котел? Это мы все решили уже. Видели? Окей. Какая-то тварь была там. Сюда! Это новое место. Пусть это что-то... Страшно. Это ты! Здравствуй! Боль терпима. Давление этих топ меня успокаивает. Еще осознание того, что хозяин совсем близко. О, да, хозяин близко. Я ощущаю его присутствие. Этот робот будет проклинать день, когда... А, все, окей. А это что такое? Книги? Тут где-то чародей рядом. Смотрите, введите правильный ответ. 2 плюс 7 плюс 3. Это будет 12. И введите правильный ответ. Забавно, что из-за того, что я знаю, что вы на меня смотрите, мне очень страшно. Я начинаю нервничать и тупить. Поэтому я могу ошибиться в этих простейших примерах. Смотрите. Что это значит? 2, 2. Получается, может быть, это 4 плюс 4 минус 4. 4? Введите правильный ответ. Да ё-моё! Значит, здесь будет 2 плюс 3 плюс 6. 2 плюс 3 будет 5, плюс 6 11. Евгений, грамотный математик, отлично. Чё смотрит на меня? Выберите все подходящие эмоции под описание. Вы получили энергобота, у вас полный заряд. Энергобот, я забыл, кто это. Неправильно? Окей, правильно. Вас собирается убить Мошкадрон. Вы берете попрыгунчика. Попрыгунчик, по-моему... Вот этот. Да! Так, погодите, заново вот это. Потом... О! Вы успешно запустили великую запредельность. Ну, я так понимаю, все вот это. Спасибо. Какой предвзятый тест. Опа, здрасте. Что это? Это как раз таки та самая штука. Ожидание связи. Какой символ на экране? А, вот. Какой символ на экране? Вы что, издеваетесь? Как я пойму, что это? А. А. Все, окей. Стрелочки. Спасибо. Ты будешь работать? Ожидание связи? Нет, ну не будет работать пока что. Я пришел. Так, отлично. Давай-ка подсоединим этот модуль. Моксы. Эти лампочки загораются, когда на твоей стороне доски появляются резервуары с самоцветами. Твои пустые резервуары теперь наполнены самоцветами. Зацени. Что? Другую. Ты можешь поменять цвет камней в запасной колоде. Попробуй нажми на карту. Значит, смотрите, эта штука будет нам давать плюс мокс. Но какой мокс нам нужен? А, я понял, все, это мы меняем колоду, хорошо. Пусть будет такой, потом вот такой, потом вот такой. Потом вот такой, такой. Я же без понятия, это прям как тыкать пальцем в небо. Ну, я не представляю, какие мне могут понадобиться вот там вот. В будущем. В будущем, дети роботы. Все, я сделал. Моксы. Самоцветы. Выбери карту, а я добавлю на нее самоцветы. Отныне зеленый самоцвет будет увеличивать очки здоровья этой карты. Оранжевый будет увеличивать ее очки атаки. А синий будет уменьшать ее цену. Сейчас все увидишь. Значит... Нам в первую очередь нужно уменьшить цену вот этого. Синий уменьшает цену, да? Поехали. Вот это будет жесть. Хватит цену. Видишь эти символы по углам? Они загораются, когда у тебя есть соответствующие самоцветы. Сейчас все увидишь. Погодите, он все прибавил? Походу, все прибавил.
Еще одна штука с самоцветами нас готовит к боссу, который сейчас будет направо. Делай свой выбор. Хорошо, хорошо. Может быть, сторожевого дрона, он стоит фигню, а при этом можно сделать так, чтобы он еще и бил. Что тут у нас? Давайте в это выберем. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Есть все. Неужели все прибавилось? Самоцветы добавлены. Какие самоцветы? Ничего не понял. Вот. Что добавилось? И сила явно не добавилась. Амибот у меня. Пулеметчик и резервуар еще. У него два резервуара, которые дают моксы. Слушай, кто там против нас? Ни хрена себе, жнец самоцветов. Я даже не знаю, что за способность у него есть. Но нам нужно ставить вот этого. Давай, бей. Раз. Почему ему не пошел удар? Почему он не стал бить в ответку? Я не понимаю. Амибот сейчас просто тупо сдохнет у нас, да, получается? Нет, давайте не будем пока его ставить. Лучше поставим вот его. Чё? Пофигачили? Так, выстрел, смерть. Чё там дальше у нас? Блин, на два бьют, ну гад. Вроде против нас больше никого. Давайте возьмем карту. Рыба-бот. Мы сейчас бронебота поставим сюда. Который отхватит... А, нет, у него же защита есть. Поэтому все нормально с ним будет. Уф! Новый головорез. Думал, танк Деболт сдастся без боя. А это тот же самый. Плохо думал. Так, хорошо, 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 хорошо. Я должен выставить против него. Он будет бить сюда, сюда. Но при этом что это значит? При получении урона карта с этим символом меняет местами свою энергию и здоровье. Он будет бить сюда и сюда. Хорошо, давайте возьмем вот это. Бомбобол. Бомбоболта поставим потом. Сейчас пока, в принципе, можно рыбу-бота вот сюда впендюрить. Мы почти победили. Так. Оп! По три мне всадил! Вот сейчас было бы хорошо, конечно, с ним. Так. Дела плохи, дела плохи. Возьмем резервуар. Сейчас будем мелкими играть. Сейчас сюда амибота поставим. Вот сюда. Сюда бомба-бота. А сюда резервуар. Так. Неплохо, неплохо. Так, сейчас нам опять защищать каким-то образом. Два. Этот ударит на два, значит, сейчас сразу подохнет. Мы можем взять карту, которая сейчас, кстати, не сыграет. Надо было брать резервуар. Ну ничего, ладно. Поставим его вот сюда. Все, кранты. Есть! Я еще сорву с тебя скальп. Танк Дебольт не сдается без боя. Все, победа. Собственно, мы идем дальше. Походу, там следующий босс. Амибот. Кто это? Какой-то резервуар. Ораний. Ораний? Что? Ораний или жнец самоцвета? Твою мать! Конечно же, жнец самоцвета. Че, гоу! Нам надо как-то, знаете, больше ориентироваться еще на моксы, вот эти новые, самоцветы точнее. Моксы, почему я их моксами называю? Смотрите, если у нас от четырех, так вот этих два. Правильно я понимаю? А, один, плюс один у него. Точняк, у него плюс один, значит мы можем просто разбить вот эти вот. Раз. Да? Наверное. Я не знаю, что я делал. Зачем мы разбиваем, непонятно, я не понял, что я сделал. Но что-то я сделал очень умное, скорее всего, что даже я сам не могу понять. Это настолько серьезный ход был, настолько непостижимый никем, даже мной. Мы можем вот сюда поставить его, чтобы он между этих двух огней мочил по одному. Хоть так. Хоть так. Так, четыре. Блин, как мало ходов осталось. Как мало ходов осталось. Сколько у нас... Какие у нас шансы есть? Призбот? Ничего не можем поставить. Вообще ничего не можем поставить. Единственное, что призбота только... Ну дай что-нибудь мне. Шахтер. Так, это пока все, что мы можем сделать. Давайте воспользуемся. Или потерпим. Или потерпим. Или потерпим. Потерпим. Три. Он улыбается, гад. Смотрите, у нас есть этот четыре. А этот... Аж, блин, пять нужно.
5 энергии ему нужно. Хорошо, давайте берем. Вместо шахтера. Да, грехнем шахтера. О, да, надеюсь, я правильно все делаю. Вот сюда ставим, потом мы можем поставить будильник бота. Не, не будем ставить. Потому что потом мы поставим вот этого и вот этого, да. Раз. Два. Ой, как мало ходов осталось. Как мало ходов, блин, осталось. Рыба-бот, отлично. Значит, пора крушить. Как мы сделаем? Мы бьем вот этого. Видите, что? Блин, я испугался. Сколько молоток можно бесконечно использовать? Я очень на это надеюсь. Мы ставим вот сюда. Потом мы... Что делаем? Используем эту штуку. И ставим сюда. Пока все. Раз, два, три. Пожалуйста. Есть! Есть, победа! Все! Очень хорошо! Просто белиссимо! В целом, можем даже не париться больше. Бьем. Ох, мы там столько... Ты справился, ты предотвратил взрыв. Ты герой. Достаточно для поздравления? Холодное поздравление было какое-то. Итак, какой-то здесь у нас... Эй, странник! Кто это? Откуда я ее помню? А! Это приспешница того волшебника. В этих местах не часто бывают чужеземцы. Желаешь пройти за эти лезвия? Допустим. Окей, здесь у нас какое-то что-то будет у нас. Пора обменяться картами. Бам, бам, бам. Рокировка бот, хотя с другой стороны он будет менять, получается, свою силу. Это, там, может, совсем будет больно бить. А теперь дай мне свою. Ну, сейчас я тебе дам. Какого-нибудь говна ты получишь у меня. Ладно, забирай амебота. Остальные мне все очень нравятся. Кстати, карта. Оп-оп-оп. Еще одного жнеца выбрать. Или погодите, вот это что? Это детонатор самоцветов. Когда владелец карты теряет резервуары с самоцветами, в бою они, в бою они взрываются. Союзники по сторонам и существо напротив получают 10 единиц урона. Нет, это... Давайте возьмем жнец самоцветов. Крутая штука. Потом применим его. Если у нас два получится. Так, босс. Упс. Ага. Значит, против нас вот этот чувак. И его мы можем сразить только резервуаром. Окей. Возьмем ли мы еще один резервуар? Или мы попробуем... Давайте возьмем резервуар, пусть он в атаку будет бить. Да, 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 да. Здесь попробуем взять вот это. Рыбка-бот. Хорошо, 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 хорошо. Рыбка-бот. Ставим сюда. Сейчас он сразу убьет. Что-то еще можно поставить? Нет, кажется, больше ничего не можем. Есть. Вот это обида. Ни хрена себе. Так, возьмем резервуар для защиты. Поставим его вот сюда. И вот его бы на самом деле впиндюрить. Но если мы его впиндюрим, его убьют. Поставим вот этого на защиту тоже. Раз. Вот, ему защита будет. О, господи, господи, господи. Сделаем вот как-то так, наверное. Сюда. Все, защита есть. Блин, он нас выносит, конечно. Так. Так, 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 так. Возьмем резервуар. Сейчас поставим. Да. Его ставим сюда. А это ставим сюда. Все, можно бить. Давайте сейчас вот так сделаем. Сюда. А, мы не можем поставить. Ну, в следующий раз поставим сюрприз бота. Есть, все, выравниваемся. Выравниваемся. Ух. Сейчас он, конечно же, грохнет. Не грохнет. Будильник-бот. Нафиг его. Ломать. Шахтер. Ну, нормально, нормально. Неплохо. Бей. Все. Аплодирую сам себе. Ух. Мы продолжаем идти. Новая точка контрольная. Все твои предметы вернулись в инвентарь. Боты, которых ты миновал, больше не заработают. Фух, слава богу. Мы вон аж куда ушли. Хорошо, возвращаемся. Теперь можно пойти вот сюда, в здание. Здешний обыватель был жутким занудой. Хотя, по правде, не самым глупым. У него были планы на все случаи жизни.
кроме великой запредельности. Так, магаз. Робобаксов столько стоит. Что это такое? Что-то новенькое, по-моему, нет? 25. Это обмен картами, скорее всего. Это мы потратим сейчас на то, чтобы делать свой выбор. Выбери меня, выбери меня. Давай выберу тебя. Почему я все время его выбираю? Поехали. Мы применим ему... О, прекрасно. 3 навыка, не дурно. Ладно, все остальное я хочу накопить на ту штуку. Босс! Ну, может, надо было босса убить и как раз-таки купить эту новую штуку? Ладно, не суть. Мы получим 2 урона, если не защитимся. Мы защитимся... вот этим. Пока все. И что ты дашь мне? Что ты мне... чем ты мне будешь угрожать? Вот этим? Погодите. Когда владелец теряет резервуары с самоцветами в бою, они взрываются. Они взрываются. Но мы не будем атаковать. Мы будем атаковать вот этого гада. Значит, сейчас мы возьмем карту, которая бронебот. Поставим сюда сторожевого дрона, который... который, да, всадит сейчас как следует. Бэм! Как там у нас дела? Значит, против нас вот этот гад и вот этот. Опять. И вот этот. Снова. Знаете что? Возьмем резервуар. Стоп. У нас что мы можем сделать? Только поставить вот этого и вот этого. Хорошо, давайте. Сюда. На защиту. И вот сюда. Твою мать. Немножко не то сделал, что я хотел. Ну ладно. Всего лишь один урон, ничего страшного, ничего не будет с этим. Мне все хорошо, мне нравится. Понравится ли тебе вот это? Которое бьет. Которое, я бы сказал, но ты сам понимаешь, что я хотел сказать. Поставим... да не будет, просто ждем. Бам. Есть. Опа, шахтера дали. Плюс 2. Птица счастья завтрашнего дня. Кого мы можем сейчас... надо защититься вот от этой штуки. Ставим сюда. 4. Значит, мы атакуем снайпер-бота. Снайпер-ботом вот сюда будем стрелять. Пока все. Раз. К сожалению, сейчас убьет снайпер-бота. Но мы же не проигрываем от этого. Мы только выигрываем. Мы сейчас возьмем. Поставим сюда. Песик. Или это не песик, это не песик. Ну, тоже страшная штука. Бэм! Ставь! Есть! Отлично! Сейчас будет хорошо, прям очень хорошо. Да! Есть! Кого теперь ты нам подсунешь? Погодите, куда мы, где мы попали? Где мы оказались? А! А! Почему сюда опять на время? Ладно, давайте сразу следующего босса, не будем мелочиться. Это что-то страшное будет? Это даже не босс, это такой временный бой, я бы сказал. Против нас резервуар. Который сразу сдохнет. Да, ставим вот сюда, значит. Что? Так, кого мы сможем поставить? Давайте подумаем. Этот не будет бить, вот этот будет бить. И против него нужно что-то поставить. Давайте вот его поставим. Раз. Остальное не трогаем. Блин. Возьмем, пожалуй, вот это. Значит, попрыгунчик. Здесь от него толку не так много. Но вот ты. Но вот ты. Сколько у тебя защиты? 5. Прекрасно. Я рыбачу. Продолжай, продолжай рыбачить. Молодец. Умница. Бэм. Окей. Что у нас есть? 4. А у этого получается 5. Ага. Надо подумать. Давайте возьмем самоцветы лучше. Резервуар рубина возьмем. Да. Ставим его сюда. А этот ставим сюда.
Что он... А, все, отлично. Прекрасно. Защита будет. Когда он уже сдохнет? Рискнем. Бронебот. В целом даже очень даже. Так, мы смотрите, что сейчас будет. Мы можем сразу нанести ему урон. И не париться. Давайте сразу нанесем. И по прыгунчикам защитим, не защитим. Все, забили. Просто сразу победили и все. Плюс 17. Идем дальше. Точка. Все твои предметы вернулись. Так, господи. Боты, которых ты... Окей, я понял. Ах, да. Этот убербот. В общем, ты сам все увидишь. Зеркальный убербот. Тут никого нет. На этом уровне нет босса. Это твоя работа. Я против себя? Пожалуйста. Нарисуй мне лицо. Вот это интересно. Меня вот этот пугает. А, блин, какой неприятный. А. Давайте что-нибудь самое криповое. Для меня самое криповое это вот это. А, я родилась. А теперь будто умею дышать. Кстати, мне понадобится суперсила. Свое собственное правило игры. Ты нарисовал мне такое красивое личико, так что пожалуйста. Всякий раз, когда ты кладешь карту... Случайная... Стоп, случайная карта получает... 5 единиц урона. Нет. Я кладу попрыгунчика. Нет. Одна из моих карт получает нано-броню. Нет, все карты получают по 1 единице урона. Будет сыграна случайная карта, ты теряешь 1 жизнь. Нет. Случайная карта... Все карты получают по 1 единице урона. Это может очень плохо для меня кончиться. Будет сыграна случайная карта. Например, всякий раз, когда умирает карта, или всякий раз, когда начинается твой ход, будет сыграна случайная карта. Чья? Когда ты кладешь карту, будет сыграна случайная карта. Давайте рискнем, что вот. Ты кладешь карту. Отлично, это может сработать. Всякий раз, когда я кладу карту, будет сыграна случайная карта. Посмотрим, что из этого выйдет. Окей, кто против нас? Вот этот чел. Надо сразу против него выставлять защиту. Или надо было против него. Не знаю. О, видели, что происходит? Что происходит? Это мои случайные карты сыграны. Блин, они у него тоже сыгрываются случайные. Мама. Надо быть очень осторожным. Что, у меня больше нет ничего? Нет ничего. Хорошо, ну, по крайней мере, мы начинаем наносить урон. Ну и получать урон начинаем тоже. Че, попробуем резервуар взять, да? Положить резервуар. Резервуар вот сюда. Стоп, начинается. О, боже мой. И сюда. Чифига себе он сыграл. Вот это очень плохо. О. Ладно. Сделаем так. Тебя. Сюрприз. Давайте вот так сделаем. Хоп. Сразу получаем что? Энергобота. Нет, задница энергобота. Вот сюда ставим, сейчас убьем. Так, пока неплохо. Некуда играть им. К этим картам. Короче, сейчас он отхватит. И победили. Отлично, сильного укокошили. Это очень хорошо. У нас тут гончая стоит. Мы можем сыграть вот, это, вот этим челом. Обязательно сыграем им, конечно же. Возьмем еще и вот этот чел. Блинушки. Погодите, а вот этот чел? Блинушки, мы не можем сыграть. Подождем. Что-то еще можно сделать? Больше ничего нельзя. Хорошо. Идем, идем. На победу идем. Раз. Отлично. Что ж, я думаю, нам нужно убрать вот его и сюда бить. Мы сделаем вот так. Во-первых, мы берем сейчас карту. Рыба-бот! Сделай правильно, сломать... Что? Я не прочитал. Сломать игру? Значит,
Что происходит у нас сейчас? Мы можем сделать вот так, нанести сразу 4 урона. Для этого мы ломаем вот этого. Вот сюда хрупкость. А сами бьем вот здесь. При этом, стоит ли тратить сейчас? Раз, два... Стоит. Раз, два. Сейчас мы разберемся, что-нибудь придумаем. Все, она подохла. Нам нужно как-то... Блин. Этому кранты, короче. Но прежде чем ему будет кранты, давайте возьмем еще одну карту. Поставим сюда. Надо было вместо энергобота взять... Вот эту вот штуку, резервуар. Вдруг там было бы еще плюс хп. Смотри, сейчас что будет. Будет сюда, сюда. Так, этого даже не тронут, к сожалению. Но! Но-но-но-но-но. Мы сейчас убираем энергобота, ставим... Ставим снайпер-бота в следующем ходу. На следующий раунд. Есть, есть. Кажется, я побеждаю. Побеждил! Я побеждил! Ты выбрал очень интересную механику для первой фазы. Блин, аж две. Пожалуй, нам стоит развить эту идею. Всякий раз, когда ты кладешь карту, случайная карта получает 5 единиц урона. Я кладу попрыгунчика. Одна из моих карт получает нано-броню. Все карты получают по 1 единице урона. Ты теряешь одну жизнь. Она кладет попрыгунчика каждый раз, всякий раз, когда начинается ход... Будет сыграна случайная карта. Давайте попробуем вот это. Посмотрим, как это будет работать. Ой-о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 й
понятно. Но у нас полный... Отлично. Хорошо, давайте выставим сюда. Сейчас будет смерть, кажется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Просто смерть. Плохо дело. Опа, еще одна карта сыграна. У него сыграна случайная карта. Я тупое правило выбрал, очень плохое правило. Ладно, возьмем карту. Сыграем ей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, что-то вырисовывается, кажется. Сюда ставим. Значит, что у нас сейчас будет? Смерть. Потом этому мы сделаем смерть. Кажется, мы победим. Раз. Два. Кстати, пока еще рано. Три. Не, неплохо, неплохо, неплохо. Вот! Даже не паримся, на самом деле. Может, сделаем еще одно? Посмотрим, что из этого выйдет. Всякий раз, когда ты кладешь карту, случайная карта получает... Я кладу попрыгунчика. По одной единице урона. Давайте попробуем вот это. А, и мы все сдохнем сейчас. Блин, тоже не очень хорошо получилось. Не подумал я. Тупил! Значит, убиваем его. Так, хорошо. Фу, боже мой. Итак, жнец самоцветов. Ставим. Какая жесть! Ставим. Бам. Ой, как плохо. Так, пока не ставим. Я очень плохую карту. Кажется, сейчас просру этого босса. Мне не нравится этот прикол. Итак. Сейчас они все подохнут. Да, они сейчас все подохнут. Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Блин!
Так, хорошо, давайте попробуем скелетом нанести хотя бы урон. Окей. Я вообще не понимаю, что происходит. Реально не понимаю. Вот ставим сюда. И сейчас... Я какую хрень намутил. Типа ходим и сейчас отхватываем. О боже мой. Так, смотрите. И, блин, вообще жесть. Пожалуйста. О, нет. Сейчас будет плохо. Я просрал. Правильно? Типа кулак могу показать. За ход берется только одна карта. Получается, мы ходим. Все, мы просрали. Черт. Так, мы не делаем больше таких правил никогда. А по-моему, мы сразу, да, прям возле босса. А, нет, стоп. Сюда. Вот, еще раз. Теперь ты в курсе? У меня нет босса. Начнем с того места, где мы остановились. Хорошо. А мы правила остаются? Разработка игр — это циклический процесс. Мне кажется, последнее правило было так себе. Может, попробуем что-нибудь другое? Всякий раз, когда ты кладешь карту, я кладу попрыгунчика. Окей. У меня хорошее предчувствие. Пока только одно правило действует. Так, этот чел сейчас придет, и мы сразу, да, сторожевого дрона поставим сюда. Оп. Попрыгунчик, кстати, будет мне тоже неприятно делать, видимо. Раз. Итак, есть сюрприз-бот. Есть резервуар. Поставим. О. Кстати, неплохая штука, может. Может, что-то выгорит из этого. То есть, типа, мы сейчас возьмем карту. Сюда мы поставим сюрприз бота. Вот. Давайте сейчас его... Нет, давайте потом. Лучше потом. Пока ничего не выгорает, на самом деле. Так, у нас там впереди очень плохие дела. Ставим... Сюда. Он сейчас поставит попрыгунчика. Мы забаррикадировались, получается. И теперь мы можем... Чем мы можем? Давайте грохнем. Пулеметчик. Это хорошо. Пока ничего не... Давайте пропустим. Ладно, хорошо. Посмотрим, что это даст нам. Снайпер-бот. Да, снайпер-бота сюда ставим. Раз. А может, не надо было ставить? Может быть, следовало поставить жнеца самоцветов? Он сейчас сразу вынесет ту штуку. Ну, точнее, попробует это сделать. Не, давайте подождем. Зачем тратить эту батарейку? Все равно ничего не случится страшного. Хорошо, давайте. Тебя убили. Ставится вот эта штука. Может, не стоило убивать? Сейчас мы поставим резервуар. У нас останется 5 ячеек. И на 5 ячеек мы можем поставить вот его. Хорошо, ставим. И тебя теперь. Бьем. О, хорошо. Ну, не очень. Двойной пулеметчик. Или гончую поставим. Давайте гончую впендюрим. Есть. Раз. Птиц. Возьмем... Пожалуй, из колоды, да. Пустой босс. Плохая рыбка. Ну ладно, наконец-таки начинаем как-то выпрямляться, кажется. Так, смотрите, что можно сделать. Можно поставить... Давайте пока не будем торопиться. Мы можем сейчас поставить резервуар. Что произойдет? Поставим вот сюда. Он сейчас попрыгунчика впендюрит. И поставим рыбу-бота вот сюда. Хорошая рыбка.
Так. Окей. Возьмем это. Ты понимаешь правила? Только одну карту. А, я просто два раза случайно нажал. Итак, можно бить. Все, просто получается бьем. Забираем карты. Сторожевой дрон, да, все. Добиваем ее. И еще одну карту берем. Да, хорошо. Попрыгунчиками можно баррикадировать ее. Давай попробуем еще раз. Итак, всякий раз, когда начинается ход, случайная карта, я кладу попрыгунчика. Все карты получают... Нет, будет сыграна случайная карта. Давайте попробуем вот с этим еще поиграться. И там будет еще одно третье правило. Так, она все... Бам-бам-бам. Нет. Да, мы... Погодите. Они выжили? Они выжили. Охренеть. Так, вот по этой вообще не бьем. У нас здесь будет... Значит, давайте возьмем отсюда колоду. Он сейчас сыграет по... Это вообще будет бесплатный. Ставим. И теперь... На самом деле можно ничего больше не делать. Просто играем. Просто играем. Возьмем. Сейчас, по идее, можно было бы вместо этого резервуара, который давайте мы сейчас его разобьем, поставить вот тебя. Хорошо. Есть! Есть! Все, босс повержен. Ох, еще один остался. Ладно, забираем денежки и идем дальше. Значит, мы сейчас сможем что-то сделать, да, с резервуарами. Добавить им. Серьезно? Сторожевой? Конечно. Сторожевой, охренеть. Что ж, мы сегодня одолели двух целых боссов. Супер-нано-ботов. Убер-ботов. Не знаю, как еще называть. Гипер-ботов. Я думаю, на этом мы с вами остановимся. И следующего, последнего убьем в следующей серии. И заодно поймем, что же нас наконец-таки ждет там дальше. Я надеюсь, вы насладились моими шикарными, шедевральными, очень тактичными катками. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. С вами был Юджин. И всем пять!